Ноги найдем, голова уже кружится. Согласитесь, очень красивый гранат. Как будто пытается, хочет что-то хорошее пожелать. Поблагодарим граната. Спасибо, уважаемый гранат. Теперь все вместе. Не надо, шучу. Так, утро. Где-то 11 с чем-то. Для нас это утро. И у нас уже такой... Давайте цветы тоже покажу. Ну, красиво, нежно. О, смотрите, этот уголок какой уютный. Сегодня муж говорит, ты права, насколько я был против этих ламп. Но он против ламп. Такой человек родился, наверное, такой. Говорит, очень красиво, согласен. Повинуюсь, моя королева говорит. А мы что делаем? У нас сегодня очень такой хлебоядный день, скажем. Второй хлеб Арнака. Гинаджан, не мучайте нас. Окей, перестаю. Если запах хотите почувствовать, чуточку помучаю. Так пахнет. И для второго хлеба. Это прелесть. Он молодец. Он был такой неуклюжий. Еще чуточку неуклюжий, но старается. Так старается. Хочется плакать, но я сильная, держусь. Дочки сделали матнакаш, еще не испекла. Это Лилит, это Люсин. А здесь, наверное, если следите за влогами, первое тесто Арнака было не самым удачным. Ну, мы поспешили, и моя вина в этом есть. Было очень поздно. Поздно начали, а хлеб иногда нуждается во времени, чтобы как бы освоиться температуре. Ну, рано положили в холодильник. И когда испекли, хлеб был, корочка, конечно, была прелестная, а начинка была такая тяжелая. И 3 дня продержали в холодильнике, 2 или 3. Сегодня говорю, вместо того, чтобы испечь хлеб, давай сделаем краст для пиццы. И вам советую, если тесто неудачное на хлеб сделали, испекли одну буханку, о, не поднялось, или слишком, скажем, продержали тесто, это тесто делайте пицца-краст. Просто, знаете, как делать пицца-краст, показывали, сегодня тоже покажу. Да, чтобы не пропало. А то, если вы спекли хлеб, опять корочку съели, слили бы, я тебя увидела прям. Он побрился. Такой красавчик. Поэтому уже затыкаюсь. Да, о чем рассказывала. Видите, что он со мной делает, проказник шалун. А чтобы хлеб не пропал, начинку зачем выбрасывать? Можно просто плоскую что-то сделать, даже плоский хлеб. Да, и не дать добру пропасть. Сейчас отправляю эти в духовку. Сегодня даже доверила Арнаку Арам кастрюлю поднести, крышку открыть. Но я положила хлеб в кастрюлю, ну глубокая, я очень много раз обжигалась. Думаю, если я уже прошла через такие ожоги, знаю, как делать, чтобы не очень сильно обжигаться. У меня на всех руках шрамы. Лучше я сделаю, а он потом, когда меня рядом не будет, пусть он учится и обжигается, не дай бог. Anyway, сейчас это в духовку и продолжаем. Мы сегодня уезжаем, но сначала домашние дела, у мужа тоже дела есть. Закончим, потом уезжаем за помидорами. Столько хлеба испекли, нужно сыр, хлеб, помидоры и базилик. Наша учительница фортепиано нам такой реган прислала. Я даже посадила. Так, двигаемся вперед в светлое будущее. У меня очень хорошее настроение сегодня. Никто не может меня удержать. Быстро нужно отправить за мной, друзья, товарищи. Камень уже хорошо разогрелся. Знаете, да, я на камне пеку. Извиняемся, это кастрюли чуть не упали на голову нашего. Окей,
И отправляем в очень горячую духовку на очень горячий камень. Камня нет, берите два, скажем, чугунных или очень толстых, или два не очень толстых противня, на друг на друга положите на обратной стороне, чтобы можно было туда скользнуть хлеб. Поняли? Фух. Выгов не делали сегодня, поэтому задыхаюсь. Здесь ребенок есть один, а? Подождите. Сейчас закричит. Мам! Папа, ты горишь? Да. Сори. Не знала. Кохцеш. В основном не знаю, в этот раз увидела. Джон. Лавасенсис, we don't have lavas. У нас, о, сыр купили дети. О, столько всего вкусного. Ну, помидоров нету. Интересно, зуме за перехатсненько катро. Арнакс бэкну. No? You want pizza? I have. No. I want bread. You want some bread? Да. Хлеб хочет и пиццу хочет. Хотя домашнюю пиццу кушают с хорошим хлебом, с обычной моцареллой и с вкусной маринарой. Да. Так, что я хотела делать? Да, здесь немножко приберусь, уберусь и продвинусь. Хочу сегодня туда положить. Mm-hmm. Так, it's pocket here, Verena. Well, upside down. No, not upside down, just like that. Поскольку у нас тесто очень мягкое, липкое, невозможно это тесто просто взять и крутить, как будто мы и собирались закручивать. Можно сразу на эту силиконовую штуку положить и протягивать со всех сторон. Хотите rectangle, прямоугольник, угольник, circle, круглый. Да. Такая ситуация у нас, а обычно по-другому делается. Покажу, когда тесто будет более крутым. С крутым тестом легче работать на пиццу. Но так вкуснее получается, нежнее. Видите, я одним глазом с вами общаюсь, другим глазом смотрю, что он делает. Ну, цура. Говорит, закончил, как будто, но очень кривой был, шутил. Весь в отца. Баракут Арамикич. Да, каши. Ну, чему же кашем, то есть ярким джовела. А, это окей. Если разрывается, берем эспер, пакуем эс. It's not a problem. А вот эти хлебушки дочерей Люси сделала солнышко. Решили, что это так удобно. Прямо кусочки отрываете. Okay, так, сейчас будет презентация хлеба. Хочу, чтобы он разрезал. Мы потерпели, не удержались, не смогли. Мы не такие сильные, как вы думали. И съели. Ох, успокоились. Арка пришел, говорит, мам, я такой голодный. Как не кормить ребенка? Потом сын говорит, я тоже голодный. Тут Люсин прибежала, а я как хорошая мама присоединилась к ним и для мужа один бортучик сделала. Как удобно, смотрите. Сразу берете и кусок разрезаете. Я давно всегда так делала. Очень удобный вариант. Но сейчас Арнактян, он ждет, пока разрезает. Это не сколько. В этом хлебе килограмм цельнозерновой муки, килограмм обычной пшеничной. Так что, если большие дырочки не видите, это хорошо. Это значит, только с хорошей, тяжелой, цельнозерновой мукой изготовлено. Увидели большие дырки, там что-то магазинное. Шутливо, пока сырнат, который кухкеров хаманаунг.
Это с моей закваской, этим хостой, с которым. Но главное, главное, он хотел делать большую порцию, как я для дома делала. Не знаю, смотрели этот влог или нет. Ему сказали, сегодняшний, завтрашний хлеб ты будешь делать, как я обычно делаю. 2 порции, 2 килограмма муки, удвоенный рецепт. Я сказала, чуть потоньше сделай. Порции? Окей, будем дегустировать. Как его рука. Шатануло. Ну чё? Главное, хочет, не ленится. Что говорю, как говорю, так и старается делать. Не убегает от работы. Шатануло. Все самостоятельно сделал. Пожалуйста. А это пицца краст, кстати. Но говорит, сейчас не хочу пиццу делать. Можно в морозильник упрятать. Так и делаю. В тот день целую пиццу в морозильник положила. Уже испекли, не съели пиццу. Смотрю, жалко стало. Круглая, маленькая была. Сразу в пакет Ziploc и в морозильник. А вчера Арка говорит, мам, пиццы нету. Из Ziploc, из морозильника вытащила. Несколько минут разогрела в духовке. И как будто только что мама опять испекла. Очень вкусно. А здесь у нас чесночный, паста чесночная будет. Немножко масла оливковое добавлю. Немножко соли туда добавлю. И на целый, наверное, месяц это нам будет хватать. Помидоров нету, но мы работаем над этим. Все, хоровать. У нас шашлык еще есть. Thank you, guys. Как хорошо, что его родили. И эту родили. Так хорошо справляется со всем. Для этого как хорошо сделали, что родили. Лусин умывается. Ну, бык знаете. Очень счастливы, что его родили. Рожайте много детей. Детей много не бывает, извиняюсь. Но работайте над этим. Это что-то. Карак. We have карак. Масло нью-зеландское. Соленая, как я могла это забыть? Должно быть обязательно от коровы, которая кушала траву, а не другую корову. Будет у нас кеф. Если не знаете, несколько дней назад у нас был шашлык парти. Закончили ремонт, к этому сделали шашлык 2 дня назад. 2-дневный шашлык у нас. Шаш это когда глаза косые. Когда я говорю шашлык, говорят, почему называешь шаш? Окей, остались 2 кебаба. Кусочек этой бедной свиньи. Эсса, как это там, должна порезать на кусочки. И курочка. Аркабек, хавик кутек? Хавик. Оркебаб. Оркебаб. Говорит, я хлеб хочу. Мечем и бандир, тавес. Один хлебный монстр. You want some cheese? Мечи хай панир дани курика? Да. Инчи. Все, Арам, садимся, наслаждаемся. Мы, нам еще долгую дорогу ехать.
Лисети ли? Арнак! Когда они удаляются в свои комнаты, я здесь стою и безнадежно кричу их имена. Кто услышит, услышит. Нужно, чтобы мы мусор вынесли. А остальное прекрасная маркиза, кажется, хорошо. Остались быстро, Арам, один слой. Пройдусь, потом по дороге еще один пройдусь. И все будет счастье. Ну, не успеваем. Что тут такого? Мы, как говорится, не идеальные, мы не ангелы, а усталые странники. Как говорится, кажется, все взяли, а то, что забыли, уже забыли. Но все равно чувствую. Воду возьмем, кофе заберем. Ну, кофе забираем, а воду просто возьмем. Я всегда в последние моменты стараюсь ум как бы собрать вместе, сосредоточиться. Но совершенно наоборот получается. Очки взяли. Очки взяли, черные очки сломала. Больше их нет. Кому те очки не нравились, поздравляю. Вы в них меня больше не увидите. А те черные где? У меня еще были. Забыла. Не радуйтесь пока. Но те другие, наверное, вам даже нравились. А может быть в машине или может быть у Арнака в машине. It's okay. Я себе уже 4 заказала. Здесь. Ну, эти нехорошие. Эти уже ушли из этой жизни. Такие тряпочки тебе нужны? Есть. Конечно, есть. Ты родился в таких тряпочках в карманах. Что это за очки? Это тоже старые. Ну, жалко выбрасывать. Подождите. Акшоли совсем и не старые. Ты это в прошлом году летом купил. Ну, за лето даже люди стареют. А, эти возьму. Хорошие. Эти возьму. Муж говорит, ты себе хотя бы 100 платьев взяла. Минимум 100 платьев взяла. 100 не взяла, но где-то на день едем. Поэтому взяла всего лишь 8 или 10. На всякий случай, иногда я в последний момент собираюсь, потому что заняты были, в общем, дела разные. И в последний момент уже сосредотачивание. Thank you, guys. О, да. И на последний момент этого взять. Окей, это возьму. На всякий случай и это. А если холодно, давай это возьму. А если совсем жарко? И так набирается. Потом посчитаю. И детально скажу. Инчайлер, Торес. Как это подчиняется? Забыл. Да, кинчайлер, не сейчас говорон. В общем, детские дела трудные. Им очень трудно сейчас. Они дети, у них разные осложнения в играх. Эта сумочка понравилась. Недавно покупала, помните? Помним, конечно, помним. Мы все помним. Окей, тряпочку, значит, не взять, потому что у тебя есть, даже если не ошибаюсь, нет, здесь нету. Эти в машине, эти тоже в машине. Оставлю. Кажется, все. Все. Газ посмотрю, потому что в гараже у меня иногда что-то печется, я не знаю.